Информационная группа, организованная в целях пропаганды послания главы государства, посетила Макатский район. Актив района, ветераны и члены молодежных групп обменялись мнениями о важных направлениях в целях повышения потенциала населения, озвученных в послании. Представители информационной группы разъяснили возможности реализации проектов для молодежи, который считается локомотивом будущего страны, и призвали собравшихся к выполнению поставленных задач для улучшения благосостояния народа. Основная цель сегодняшнего мероприятия – пропаганда и разъяснение задач и поручений, поставленных в послании президента среди населения Макатского района, особенно среди молодежи. Мы рады, что 2019 год объявлен годом молодежи. Появились новые возможности для реализации проектов молодежи. Вместе с тем, это и большая ответственность.